Prodexpo 2022 на ваших экранах. Мы продолжаем освещать эту замечательную выставку и знакомить вас с интересными продуктами, интересными людьми. Давайте знакомиться. Меня зовут Павел. Как называется ваша компания? Компания называется у нас Yumi Organica Beautiful, то есть вкусная органическая продукция. В ваших руках я вижу баночку. Давайте, наверное, поподробнее, что это? Это первый настоящий йогурт, соевый десерт. Это делается по основному йогурту. Это такой продукт инновационный, его еще никто не пробовал. Кто попробует один раз на вкус, сразу поймет, что существуют растительные йогурты, а не растительные производных йогуртов или растительные йогуртные продукты. Это все-таки живой продукт. В нем находится болгарская палочка, правильная заквасочная культура компании Кристин Хансен. И самое главное, в этом йогурте нет ГМО. Все боятся сои ГМО, а мы на это потратили очень большое средство. У нас собственная лаборатория по контролю ГМО продуктов. И наша соя самая безопасная, самая вкусная. Даже безопаснее молока с антибиотиками. Самая натуральная соя. Самая натуральная и самая безопасная, и самая вкусная соя. Давайте расскажем, где вы базируетесь, в каком городе? Мы базируемся в городе Воронеж, естественно, это наша житница, где находится соя. Мы используем только, еще раз говорю, натуральную органическую сою. Вот. Производство у нас маленькое, но оно растет. И в зависимости, снова же, от результатов этой выставки, мы, наверное, будем расти большими. Замечательно. Расскажите, сколько вкусов уже есть в линейке? У нас 4 пока вкуса. Основной органический вкус – это просто как соя. Если любители такие есть, хотя мне он не особо нравится. Вот. Есть черника, клубника и манго. Вот мой самый любимый – это черника и манго. Клубника, не знаю, приелась уже на данный момент. Но на самом деле в эти йогурты содержится очень малое количество сахара. И это позволяет его быть с низким гликемическим индексом, что позволяет именно как без аллергенов питания, без лактозы, соответственно, лечебное питание. И самое главное, что это ни в коем случае не вытесняет молоко. Это просто альтернатива, когда надоел йогурт молочным, попробуйте наш соевый. Замечательно. Я лишь пожелаю вам удачи и надеюсь, что выставка принесет вам много интересных бизнес-контактов. И отмечу про себя то, что мы аккуратненько за камерой договорились, что мы сможем попробовать этот замечательный йогурт. Спасибо большое. Спасибо удачи вам и до встречи, наверное, в следующем году, когда вы расскажете, что у вас уже 10 вкусов и серия трейлеров с вами уже работает. Да. Спасибо. До следующей выставки.